Сегодня поговорим с вами про планету Кету. Это с точки зрения ведической культуры обозначает рыбку, мать и аватара. То есть, или также говорят, что это хвост дракона. То есть, Раху – это голова, а здесь хвост. О, обратите внимание, на заднем фоне настоящий представитель Кету. Настоящий представитель Кету, да. Кету – это люди вот с вот таким вот сознанием, иногда говорят, да, без головы. Но это мы шутим. То есть, это люди, которые обладают философским, аналитическим складом ума. Это люди, которые стремятся к познанию всего тайного, хорошие психологи, хорошие советчики. Философы. Философы, да, которые смотрят на мир под другим углом. Таинственные люди. Таинственные личности, да. То есть здесь прослеживается, у тех, у кого хорошо проявлена планета Кету, это различные маги, экстрасенсы, интуиты, астрологи также, психологи своего рода, тянущиеся к каким-то магическим вопросам. Это люди вот такие вот... Непонятно, что это. Странные. Странные. Выглядят как белые вороны. Кету – это также мудрость. К кету относится антиквариат, старина. Если взять западную астрологию, это лунные узлы. Раху – это южный узел, а кету – это северный у нас, если мы не ошибаемся. Ну, поправляйте нас, друзья. Все верно. Также хотелось бы сказать, что у тех, кто находится под влиянием кету, это люди, рожденные 7-го, 16-го и какого еще? А если семерка? 25-го. 25-го. Вот, 25-го, в сумме, да, должна появиться пятерочка. Семерочка, да. Они немножко друг от друга отличаются, но у кого в сумме семерка, да, можно смело говорить, что это личности независимые, активные, общительные, но у которых, к сожалению, присутствуют некие сложности в принятии решений, потому что аналитический склад ума такой непростой. Часто они чувствуют себя не такими, как все, как мы повторимся, да, но это их сильные качества, их задача кармическая – понять свою голову. Поэтому всем, кто находится под влиянием этой планеты, необходимо стремиться к занятию мистики, психологии, астрологии и к похожим наукам. У нас происходит китанутая ситуация на заднем фоне. Это просто мистика, я уже начинаю побаиваться. Все, убежим отсюда. Так, Евгений, подождите. Вы не объяснили, что такое кету на руке, как это выглядит. С точки зрения хиромантии, пожалуйста. С точки зрения хиромантии мы об этом поговорим в следующем видео. Окей. Счастливо, друзья.